Далеко, в общем, там козлик ходит. Было вроде два на поле. Этот был ближе к лесу. Может, друг друга угнали. Далеко, почти километр, наверное. Рога, причем это вроде такие издалека прям неплохие смотрятся. Видно только плохо. Ну, вроде здоровый, он ближе, не знаю, наверное, не подъехать будет. Открытое поле. Ветра нет. Заморозок с утра. Может быть, и получится где-нибудь или его перевидеть. Все равно в ту сторону ехать. Ну, блин, интересные рога должны быть. В общем, не знаю, смещаюсь за какими-то козлами. Они, не они. Уже ворон у меня, наверное, километр от меня привязан. Доехал я уже до того леса, где тот ходил. Его никого не нашел. Побежала от меня коза, за ней козел, мне показалось, с большими рогами. Пошел за ними. Они тут еще какие-то разные. Но уже поближе все равно. Может, получится чего. Так, ну это два молодых. Может, их вот этот будет гонять, отвлекется. В общем, там три штуки, которых сейчас только снимал справа от меня. Вот еще один с рогами. Вот еще с рогами. Это их пять. Это место, которое нынче пожар. Пожары три раза были. Здесь ни разу не коснулись. Они все, видимо, сюда свалили. Ну что, получится заснять, то получится. Попробую еще выйти поближе. В общем, как-то я оказался рядом с козлом. Как рядом, метров 150. Или это этот крайний левый идет навстречу. Ушел. Теперь, наверное, уже убежит. А других я уже не вижу. Ну такие, в общем, неплохие рога, ага, у этого козлика.
Ближе, в общем, мне к нему не подойти. Слева еще ко мне какой-то пытается идти, то ли тот, который меня видел двумя отросточками, то ли другой. Спрятался в молодых березках. Думаю, этот маленько вправо пойдет ко мне. Он пока вроде по своим делам куда-то.
Не видно, в общем-то, березы мне мешают. Эх, вон он там, он побежал. Подошел метров, наверное, на 25. Максимум 30. Интересно, молодец. Сидел вот так вот, получается, у меня камера справа была, он как раз вот сюда встал. Так вот выглянул, между березок стоит, на меня смотрит. Камеру не успел довернуть, чтобы его видно было. Вот лиса на меня сидит, смотрит. На писк мыши пришла. Все, всех разогнал. А вот лисеночек такой большой, что ли, или вторая лиса. В общем, зверя тут больше гораздо, чем на той территории, которая сгорела.